Почему Влад Сташевский развелся с дочкой олигарха и отказался от 10 тысяч долларов за несколько часов удовольствия? Благодаря Юрию Айзеншпису страна знает певца Влада Сташевского. В 1996 году Влад стал лучшим певцом года и получил премию «Овация». Однажды Юрий сам предложил Сташевскому развлечься с двумя богатыми дамами за деньги. Певец принял данное предложение как шутку, но после концерта в гримерку пришли две обеспеченные дамы, которые были серьезно настроены и предложили за услуги 10 тысяч долларов. Сташевский тактично отказал господину. Однажды певцу пришлось выступать на юбилее супруги директора Лужников. На этом мероприятии он познакомился с молоденькой блондинкой по имени Ольга. Спустя два месяца после знакомства он узнал, что Ольга – дочь директора Лужников. В 1997 году Ольга и Влад оформили свои отношения официально. Вскоре Ольга стала продюсером мужа. Карьера Сташевского пошла на спад. Он ушел из шоу-бизнеса, открыл свое дело по переработке и утилизации жидких химических отходов и ломов. В 2002 году отношения супругов испортились окончательно, и Ольга предложила Владу развестись.